Проект службы помощи четвероногим начал работать еще летом, когда оказавшиеся на карантине саровчане не смогли гулять со своими питомцами. Волонтеры клуба любительского собаководства «Акбар» решили напомнить саровчанам, что в подобных ситуациях активисты всегда готовы прийти на помощь. Этот проект именно направлен на помощь людям, у которых есть домашние животные. Как раз если они попали в какую-то трудную жизненную ситуацию, то тогда звоните нам, и мы вам поможем. Добровольцы ежедневно гуляют с собаками, доставляют корм и помогают с медицинскими осмотрами. Также клуб «Акбар» приглашает присоединиться к акции неравнодушных горожан, которые готовы включиться в эту работу. В том году у нас по 15 собак было в день с выгулом в пандемию. Поэтому, конечно, люди нужны. По крайней мере, чтобы мы были уже готовы полную вступить в борьбу с этим коронавирусом. Получить помощь добровольцев во время режима самоизоляции или стать волонтером можно, обратившись по телефону 8 991 452 32 72. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.